Всем хай, друзья! С вами я, Хелдор. Также со мной сегодня еще Демастер. Всем хай, ребят! С вами Демастер. Со мной сегодня Хелдор. И мы поиграем в Jackbox. Да, Хелдор. Вернее, Демастер, расскажи об этой игре. Что это за игра? В общем, мы попали в подвал к жуткому маньяку, который любит своим жертвам задавать вопросы, а тот, кто неправильно отвечает, превращается в призрака. И то есть, получается победить самым умным. Но если ты превратился в призрака, то еще есть шанс выжить. Еще есть шанс. Ну давай попробуем. Начинай игру. Все, давай попробуем сыграть. 2, 1, поехали. Поехали, Хелдор, поехали. Да, поехали. Производство студии Jackbox. Да. Главный халяк Хелдор. О, Хелдор, нифига себе. Да. Это я. Да. Также мы еще, кстати, позвали подписчиков из Дискорда Хелдора. Да. И у нас сегодня специальный гость Валера. Валера. О, хомячки. Это хомячки были, а у меня кролик был. А, это кролик был? Мне показалось хомячок. Нет, это кролик был. Опа, так, подъем. Просыпаемся. Добро так, что, будем слушать? Игру, ну давай посмотрим, я ни разу не записывал же такое. Ну давай, туториал. Оп, слушаем туториал. Да. Веселых и интересных фактов. Ого. В этой игре я буду задавать вам разные вопросы. Если я получу от вас неправильный ответ, вам придется заслужить ваше право жить дальше в одной из моих классных... Мне это уже не нравится. Вы ну? Будете жестоко убиты. О, нет, я не хочу! Уходить. Мертвые еще могут выиграть. А, ну то, что ты, в принципе, рассказывал. Только один, начнется финал, где живой и все мертвые смогут попробовать убежать от меня, но выйти сможет только самый умный. Самый умный. Это не я, мне кажется, я уже могу ливать, просто, знаешь. Это не я, да я видел у Хелдора ролик, он там выиграл, так что не надо мне тут. Да ладно. Итак, так, окей, ладно, вопрос номер один. Давай посмотрим. Давай немного разнообразия в игру. Сейчас открою словарь и ткну наугад слово. Канкун. В какой части Мексики он находится? Канкун? Что это такое? Канкун. Так, чё, Хелдор? Я не знаю, что такое Канкун. Я тоже не знаю, какую часть Мексики? Канкун, что это вообще такое? Что такое Канкун, а? Я отвечу. Я не буду говорить, на что я ответил. Я ответил на северо-западе. Я на юго-западе ответил. Я не знаю. Правильно, и правильно ответ это... Нет! Нет! Никто не угадал! А, нет, кто там угадал? Угадал один. Остальные, офигеть, все почти. Все. И что, сейчас другие пальцы резать будем, это вообще жесть. Добро пожаловать. О, подвал смерти. Если сейчас пальцы резать, то это вообще жесть. Мы собираемся. Чаши. Ооо. А только одна травлена будет, да? Да, одна капля всего лишь будет. Поэтому и тут изи на самом деле. О, нифига сколько я чаши. Ну да, чаш слишком много на один яд, то есть тут процент выжить вообще изи. 1 к 8 шанс умереть. 7 к 8 да, выжить. Да, 1 к 8. Какой же он бросит? Как думаешь, какой он бросит яд? Я не знаю, какой он выбросит яд, но я из черепа я точно не буду пить. Я выпью, знаешь, какой? Я из 7. Я из... 6 выпью. Она самая такая ядовская чаша, ты чё? Я из 6. Нет, из 6. Так, и в какой был яд? Теперь посмотрим, кто ну-ка. О, ес, мы выжили. Да, а я хотел сначала третью выбрать. О, тут он умер. Валера убили. Специального гостя. Только решил. То все еще можете победить. Ну это, конечно, вообще жесткий вопрос. Канкун или что за Канкун? Что это за слово вообще такое? Так, хорошо, дальше, Сань, давай. Так, мы с тобой пока ничего не получили, 0 баксов. Я показываю вам это наглядно, ведь в нынешнем обществе... Ему еще 500, смотри, да, ему еще 500 дали за то, что он убил Валеру. Да. Нифига себе. Но у него... Окей, вопрос. Дай что-нибудь по Майнкрафту какой-нибудь вопрос, можно? Да я выиграю тогда. Где логика? Чё? Что это за вопрос? Где логика, что за вопрос? А что? Где? Ну, в математике, наверное, нет? Логика, ну, я тоже думаю, на самом деле, в математике. А может, ну, философии, логики и психологии, скорее всего. Философии, психологии, ну, да, нет. Ну, короче, я в математике отвечу, не знаю, мне кажется, в математике. Я тоже в математике ответил. Философии, что? Как? Опять? Главное, не пальцы, только не пальцы. Что это за вопросы? Что это за вопросы? Ты вообще видишь? Это вообще, он нас убить хочет, он нас хочет убить максимум быстро. Да. Так.
Окей, только это худший ответ. Ой, тогда подумаем, давай. Отвечаем очень осторожно. Что можно смело разбить, чтобы снять стресс? Я знаю, что напишу. Что? Всегда закончится. Так, лицо подруги напишу. Демастер, извини. Конечно. Извини меня. Демастер лицо хочешь разбить? Нет, я не это написал. Самокат разбить или что, или мнимую ногу? Ты мой ответ увидишь сразу. Давай. Теперь голосуют все. Выберите ответ, который... Кристалликс? Так, давай посмотрим, что за ответы есть. Надежда на светлое голосов. Будущее. Крышки, тарелки или выберите что-то стеклянное. Ну, тарелку или что-то кружку! Нет. Я отвечу, кружку! И кружку. На тарелку или что-то стеклянное. Отвечу. Так, и что, и чё, худший ответ? Это кружку! Кружку! Злой хлеб! А вы вот в себе за то, что отравил нашего, понял? Да. Нифига, он его взорвал, ты видел? Он его взорвал! За кружку! Вот так изменились ваши результаты на этот раз. Так, а что, мы деньги сегодня получим или нет? Не получим, мы с тобой бомжами останемся. Следующий вопрос. Да, так, окей, вопрос следующий. Так. Кто из них не вошел в 15 богатейших вымышленных персонажей по версии Forbes 2003? Что? Что? Ну, Скрудж Макдак по-любому вошел, мне кажется. Так. Санта-Клаус? Может быть, старик из Монополия какой-нибудь? А вдруг Скрудж Макдак, потому что он типа уже старый, типа мультик, не? Не знаю. Может, Ладно, я отвечу, что старик из Монополии, но... Мне кажется, Санта-Клаус. Мне кажется, это Санта-Клаус. Я думаю, это Санта-Клаус. Я тоже Санта-Клаус думаю. Да, нет! Я скажу, это вот ты чувакай. А, ты не ответил, Санта-Клаус! Да, но я думал, это не Санта-Клаус. Я думал, с деньгами, да? Деньгами, да. Здесь только деньги, куча денег. Вот как это работает. Если никто не тронет деньги, никто не умрет. Погибнет. Если кто-то выберет деньги, то все остальные умрут. Костян, от зависти. Костян, бери. У вас лишь одна попытка. А если все выберут деньги, все погибнут. Не люблю алчных людишек, зарящихся на мои деньги. Попробуйте обсудить план действий. Я думаю. Ну ладно, сам решай, брать или не брать. Если вы оба возьмете, ну... Ну я не знаю, что он сделал. Мне кажется, он хочет меня убить и возьмет деньги, поэтому лучше мы умрем вместе. Итак, а кому голова? Ну-ка! Ааа, да, я его завалил! Ты завалил, бедного чувака! Копатыч! Копатыч завалил! Я не был лёг... Стыдно! Я завалил его! Бедный Копатыч! Алочный ты человек, да мастер? Но у меня не было денег, мне нужны были деньги. Опа, не зря завалил! Нифига себе, ты выдвинулся! Алчность победила! Где проходила зимняя Олимпиада 2010? В Сочи? Или нет, в Сочи в 2013 году же была, не? А, раз в 2013? Не знаю. Стоп! В 10-м в Сочи, нет? Или в 13-м, или в каком там? Не знаю, братан, я не знаю. В Пекине, может быть, не знаю. Я отвечу. Я в Пекине. Короче, я в Сочи ответил. Хотя в Сочи 13-й год. Зачем я в Сочи ответил? Я в Пекине ответил. В Ванкувере! Я хотел ответить в Ванкувере. Ай-яй-яй, ошиблись все. Ошибочки, Холдор, ошибочка. Ой-ой-ой-ой. Слова нет! А что слова, что надо делать? А, собрать слово, да? Собрать слово нужно, да. Я проигрываю здесь всегда. Я тоже всегда тут. Нет, я не проигрываю, а я мало слов нахожусь. Надо только одно слово собрать, да? Одно слово, да, типа, с большим количеством. Стартуем сейчас. Так. Составлять слово можно и всех букв, которые здесь есть. Не забудьте. Сколько времени-то осталось? Отправить, когда закончите. Вон там, вон, видишь часики? Ладно, я нашел слово. Как отменить слово, которое я уже начал писать? Нажми еще раз на эту же букву. Быстрее! Что-нибудь. Газ, напиши газ, вон, справа газ. А, не успел, я не успел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, мы все умерли. Надо было хоть какое-то слово написать, я так тупанул. Да, надо было слово тебе написать. А я думал над словом, я думал хотя бы на 5 букв собрать. Надо было тебе искать, блин, слово сразу. А я хотел чай сделать, знаешь, или что-нибудь такое, ну все, я умер.
Нет, я буду призраком. Ты превратился в призрака, но у тебя больше всего денег, кстати, пока что. Ну, я могу еще это попробовать. А, осталось два чувака, да? Да, я остался и Бейсер. Если кто-то из нас умрет, то начнется финал. Ну, если вы вдруг захотите, можете купить немного. Не умею я продавать. Забудьте все, что я сейчас говорю. Что это было? Что за ликбез по конфетам? Так, хорошо. Номер 5, вопрос номер 5. Какая группа не была основана братьями? Да, я подумаю. Я знаю, тебе сказать? Агата Кристи? Супер очевидный, да, ответ Агата Кристи. Это супер очевидный ответ. Ну, у Матуру он там два братья, вроде братья ACDC, вроде бы тоже Ван Хелен, я не знаю, вот. Агата Кристи, мне кажется. Не, да. Агата Кристи. Кто сказал? Агата Кристи, вот это стандартно. Ну, да. Пальма все не знали, Пальма не знал. Да, все... Он подумал, наверное, то, что это слишком легко. Окей, шестой вопрос. Хорошо, да. В Ромео и Джульетте, что убило Джульетту, ну, кроме разбитого сердца? Яд. Поцелуй, либо яд. Яд? А где, она разве не ножом себя убила? А, ну ядом, да, она же яд, ну это яд, стопудово, яд. Она типа с губов, она типа, нет, она поцеловала его, поцеловала вроде, не? Когда он уже умирал, она поцеловала его ядом, не, вроде? Я не помню. Наверное, сейчас все ответят. Нож! Она все-таки зарезала, его отравили, она себя зарезала. Она себя зарезала все-таки, да. Да? Да, я и думал, что она себя зарезала. Его ядом отравили, она себя его зарезала вроде, не? Окей, худший рисунок. Блин, я не умею. Карта Сибири. Карта Сибири, боже, что за как ты будешь нарисовать? Давай, карта Сибири, давай, Хелдор, попробуй это сделать. Сейчас мы тебя заруиним специально. Ну, мы не знаем, конечно, что ты что нарисовал, но... Там Хелдор рисует, я специально говорю, чтобы вмешать. Хелдор рисует кляксу, там забыл, смотри, тут дороги нет. Здесь горы нет, Хелдор, горы нет, давай тут. Да? Да-да, воду не знаю. Так, это вот будет нефть, нет, я не знаю, это типа нефть качает. Нефть качает, на картах не рисует нефть качание. Ну, может, на нефтяных картах рисует. Теперь каждый получает. Тюмень, это ты нарисовал? Я сейчас тебя убью. Ну ладно, ладно, я выберу А рисунок. Я А выбрал, значит, чисто по фану выбрал А. Автор одного из этих рисунков заслуживает. Холод. Что за железная, не, он... Ну, холод и железная дорога, это странный фигня. Ладно, у тебя больше похоже на карту, честно, я тебе скажу. Ну, типа, Тюмень это себе. Плиз, да! А что за холод и железная дорога, да, но? И снег и железная дорога. Так, да. Ну ладно, у нас финал. Отлично, у нас финал. Пикассо. Напомнишь, давай. Шишкин, где твоя палитра? Кстати, знаешь, тут есть, если до 10-го ответа кто доходишь, до 10-го вопроса, то приезжает полиция и начинается финал моментально. Поздравляю, да? С выживанием. Да. Чтобы продолжить. То есть мы почти дошли до последнего вопроса. Ну это жестко. Так. Сейчас я дам тебе. Я, кстати, немного. А, ты сейчас ответишь, а потом я бы. Да, я сейчас отвечу. Романы написаны женщиной. Выберите каждый вариант. Ну, я не знаю, на самом деле. Я тоже не знаю, если честно. Давай, Хелдор, давай. У тебя есть шанс продвинуться. Ничего. Окей, один правильный, один правильный. Я ничего не ответил. На одну клетку. На одну клеточку, ну ты далеко достаточно. А ты призрак! Я призрак, да. Самый близкий призрак, причем. Да, я знаю. Но это не есть хорошо, где мы будем драться. Нет, для тебя это хорошо, то, что ты сам близкий призрак, потому что у тебя дополнительный. Сейчас все вместе. Но яйца судьбы точно нет. Так, название... Быть Геной Букиной, наверное, да, дурдом, наверное, вот так. Итак, выберу. Отправить. Я вот так вот отвечу. О, я на секундочку пролагал нет, но в любом случае это. Я ответил. Так. Ну давай. Что я ответил? Ответил первое и третье. Я ответил второе. Нет, все, кроме второго, нет! Есть, я угадал! Не-не-не, Дэм, не надо! Скоро я заберу твое тело себе! Европейские реки. Так. Я думаю, это две. А где у нас Дунай находится? Не знаю. Может, в Дубае? Ладно же. Да никакого. А Сена? Ну Сена, наверное, русская река Сена. Убираем, не засиживаемся. Не знаю. Я ответил... Так, ой-ой-ой. Да-да-да-да-да-да-да. Только на клеточку. Ой-ой-ой-ой. Сена все-таки была, да? Да, Сена и... Это самое было. Так, фильмы не... Фильмы с Робертом Де Ниро. Ой-ой-ой-ой, я не знаю. Я... Короче, отвечу на все. Я знаю. Я отвечу на все, пофиг.
На все? Да, на все. А сейчас прикинь, ни одного. Нет, сейчас два будет, два. Я думал, будет два из трех. Нет! Да, опа! Опа, Хелдор, привет! Нет, демастера не надо, демастера. Хелдор! Хелдор! А, кого сожрали? Как этот кот пришел! Кот отклони! Игра серии Call of Duty! О, я не знаю, в Call of Duty не играл. Стоп, Call of Duty. Call of Duty, что у них было? Modern Warfare у них там всякие были, да? Да. Я только вот Modern Warfare помню. Побик, я отвечу на две из трех, мне кажется, это не одна игра. Я же просто только одна. Да, не одна игра, ой-ой-ой. Да. Ой-ой-ой, надо было не на одну не отвечать, если я догнал и забрал бы твое тело. Да, цвета шаров в снукере. Что? Что за такое снукер? Что такое снукер? Я не знаю, что такое снукер, Хелдор. Что такое снукер, жесть? По-моему, не надо было отвечать, то, что я ответил. Хорошо, ладно, я отвечу просто все. Ой-ой-ой, ну хотя бы на один. На один правильно. Ой-ой-ой, догоняет, Хелдор. Так. О, минус топек! Не сопротивляйтесь, дайте тьме поглотить вас безболезненно. Давай. Не сопротивляйся, дайте мне поглотить тебя. Главный актер из 6 кадров. Главный актер из 6 кадров, что? Это кто такие вообще? Андрей Кайков, Федор Добронов. Ну, если ответить на все три, то один точно будет верно, наверное. Не знаю. Я не знаю, я на все три, короче, ответил, насрать. Я на все три ответил, это два правильно, нормально. Ой, у тебя пальма догоняет. Да. Так, животные из книги джунглей. О, я, кажется, знаю, вот эти два. Без понятия. А я знаешь, что за книга джунглей-то? Нет, я не знаю, что такое книга джунглей. Это про Маугли фильм. Это. Шерхан! Да, Шерхан точно есть. Ну ладно, я на один. Правильно. О, мне пальма перегоняет, ё-моё. Ой-ой-ой. Пальма перегнал, нужно пальму. Шерхан точно, я знал, да. Нужно было отвечать на Шерхан. Оттенки фиолетового. Ну, рубиновый, наверное, нет, рубиновый это красный. Да, рубиновый это красный. Красный. Шалфей? Как выглядит шалфей? Шалфей, не знаю. А что за шалфей вообще? Я отвечу на шалфей просто. Я не знаю, я просто отвечу на шалфей. Я ничего не ответил! Я ничего не ответил! Ты не нажал отправить? Да. Так бы у меня было все три правильно, да? Да. Блин. Кия? Я не знаю. Я, короче, все отвечу. Я тоже не знаю. Я, короче, надо было отправить, просто, знаете, я бы все три получил баллом. Да. Ну все, пальма сейчас выиграет, скорее всего, да, пальма нас выиграет. Ну, не факт, ему нужно на два, ему нужно 100% ответить. Все! Демастер, ты чё? Я бы сейчас выиграл, если в прошлый раз бы ответил! Ты бы сейчас выиграл, да! Да, капец! Животными. Так. Что? Мне кажется, я только. Мне кажется, я только первый отвечу. Окей, ой-ой-ой. Нет! Валерий вышел! Валера вышел! Нас убили, нет! Вот черт! Мертвая, правда, Валера избежал! Никто не заметил исчезновения! Никто не заметил его! Ну-ка, давай посмотрим. Давай, 8000. Пытался быть ангелом, но не взял денег. Смотри. Демастер, слово короче остальных. Да, понятно. Хелдор настигнут более быстрым игроком, да? Да, у тебя был шанс. Так, пальма тоже слово. Но я с собой в могилу забрал 8000 баксов, все хорошо. Ну да, а я там сколько забрал? 7800. Да, не, ну игрушка прикольная, мне кажется, можно будет еще такое записать, как бы подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, если хотите еще Jetbox, да, то, ребят, как бы ждем ваш фидбэк, так сказать, да, ну а с вами были Демастер и Хелдор, с нами еще были подписчики Хелдора из Discord, в общем, спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока-пока, ребятки. Адиос, амигос.